мясо, рыба, ягоды, мед, фрукты и овощи. Всероссийская ярмарка, которая начала свою работу в Самаре, щедро встречает покупателей разнообразным ассортиментом товаров. Регион стал одним из участников этого проекта, направленного на продвижение формата ярмарочной торговли с преобладанием фольклорного элемента, а также доведение до покупателя товаров российского и местного производства. Ярмарка организована Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и поддержана Комитетом Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Всего на ярмарке работают 60 производителей. 10 мест традиционно бесплатно предоставляют пенсионерам. Эта ярмарка – замечательная возможность предоставить жителям региона получить все необходимые сельскохозяйственные продукты непосредственно от производителей, как региона, так и соседних регионов. Это непосредственно возможность получить свежую продукцию, получить консультации, характеристики данной продукции. Это очень удобно для жителей региона и, конечно же, выгодно самим предпринимателям, которые сегодня могут без посредников представить свой товар здесь, в нашей области. Всероссийская ярмарка – это не только сохранение культурных традиций и поддержка местных производителей, но и сохранение межрегиональных связей, поскольку на ней представлена продукция и из других регионов, где ярмарочная торговля сейчас активно продвигается. В этом году особенностью выставки является как раз большее количество продавцов и предпринимателей, а также сельхозпроизводителей, которые представляют свою продукцию из других регионов. Семья Гришиных приехала на ярмарку из Приволжья. Участвуют в таком масштабном сельскохозяйственном событии не впервые. Продают мясо, которое сами же и заготавливают. Сегодня на сельскохозяйственной ярмарке Екатерина Гришина работает вместе с дочерью. Мы очень признательны, потому что нас все узнают, все подходят, как бы берут. И очень давно на ярмарке. Это возможность и людям рассказать о нас, и показать, и попробовать. Мы все даем пробовать продукцию. И, соответственно, как бы прибавка новых клиентов. У нас большой рыбный цех в Самарской области по переработке рыбы и икры. На самарских ярмарках я уже 18 лет принимаю участие. Мне очень нравится. Продукцию нашу все знают. Всероссийская ярмарка расположилась около музея Алабина. Она будет работать по пятницам, субботам и воскресеньям до наступления холодов. Полина Чулюкова, Сергей Бастин. События.